Если вы досмотрели это долгое вступление, значит вы готовы отправиться с нами в незабываемое путешествие. Мы посетим больше 10 одних из самых впечатляющих мест на южном побережье Средиземного моря, которое омывает Турецкий берег. Мы побываем в месте, где Средиземное море встречается с Эгейским. Покажем вам еще одни Мальдивы в Турции. Покажем вам практически все города древнего античного государства Ликия. Все это и многое другое мы посетим на арендованной машине с $200 в карманах и всего за 2 дня. Друзья, а если этот ролик наберет больше 500 лайков, то мы обязательно продолжим эту рубрику. Мы постараемся заснять для вас все самое красивое, поэтому обязательно ставьте лайк под этим видео, вы так поддержите наш канал. И поехали! Ликия – это древнее государство, которое существовало до 4 века нашей эры. Оно состояло из 23 крупных городов, руины некоторых из которых открыты туристам до сих пор. По некоторым частям нашего маршрута проходит еще и Ликийская тропа. Это туристический пеший маршрут протяженностью 540 километров. Он назван Ликийским, потому что проходит по достопримечательностям древнего государства – Ликии. Говорят, весь маршрут можно пройти за месяц. Хотя большая часть решившихся на это туристов проходит только часть маршрута, около половины, выбирая лишь самые красивые места этого маршрута. Ликийская тропа начинается недалеко от города Кемер. Именно этот город стал первым в нашем списке. Здесь мы остановились, чтобы перекусить и попробовать бараньи мозги. Да, да, вы не ослышались. Первый раз пробует бараньи мозги, это? Называется это бараньи мозги. Но я не знаю, на самом деле это так или нет. Просто на баранину похоже, да? Очень вкусно. Реально. Ну, баранина, ну, такая прям жирненькая такая. Прям как надо. Вкусно. Говорят, ты то, что ты ешь. Едим мозги и умнеем. Надеюсь, это, ну, был нормальный такой баран. Умный. Думала, вселенной и так далее, а не какой-нибудь там баран. Знаете, что мы любим вообще снимать ролики про еду. У нас есть несколько роликов на канале. Если не видели, то зацените. Там ролик с Арменией уже набрал больше 200 тысяч просмотров. Нам очень приятно. Что мы взяли? Это бараньи мозги. Это пиде. По-русски они называют его типа турецкая пицца. Тавук шиш, то есть это шашлык из курицы с булгуром, с зеленью, с мадиной. Адана кебаб называется. Итак, это был Кемер. Здесь есть много отелей и уютных мест, где можно отдохнуть и классно провести время. Но нам пора ехать дальше. Следующее место в нашем топе – это Фаселис. Это город Древней Ликии. Попасть сюда можно, либо заплатив за проезд, либо по музейной карте. Кстати, эта музейная карта пригодится вам по всей Турции, если вы будете посещать разные музеи или заповедные зоны. Она стоит 750 рублей на человека, но с ней можно проходить в любой музей бесплатно. Это очень экономит деньги. Итак, Фаселис расположен на небольшом полуострове, выступающем в Средиземном море, который был основан в 7 веке до нашей эры. И он был примечателен тем, что это был портовый город, тут было целых 3 порта, и сейчас эти порты – это 3 отдельных пляжа. На севере полуострова, другая на северо-востоке, а третья на юго-западе. Говорят, под водой до сих пор сохранились руины порта на севере или северо-востоке. Мы лично не проверяли, но если вы проверяли, то пишите об этом в комментариях. Здесь до сих пор сохранились разные комнаты, типа римские бани, как там, ну, там есть надписи такие, кухни или просто комнаты, спальные комнаты. Можно просто прогуляться по ним и посмотреть, как они выглядели. Ну, такая себе, конечно, однушка. А вот мы нашли место, где бы мы работали, если бы мы жили в древнем Фаселисе. Это как бы местный рынок. Там носки, трусы вообще хорошего качества. Ангора, шерсть, бамбук. Говорят, что в 333 году сюда приезжал сам
Александр Македонский в 333 году до нашей эры, конечно. Он дал этому городу какие-то награды, и в то время этот город славился маслами и розами. И на самом деле я понимаю, почему он славился маслами, потому что, находясь здесь, прям очень сильно чувствуется запах то ли сосны, то ли можжевельника. Напишите в комментариях, что это за запах. В общем, здесь очень круто, можно как-то проникнуться атмосферой вот этой древности. И поехали дальше, у нас еще впереди очень много крутых мест. Следующее место – это пляж Чералы. Сейчас, пока Мадина здесь будет раскладываться, я вам расскажу, что это за пляж. Этот пляж входит в двадцатку пляжей, которые Турция пытается защитить. Это, грубо говоря, своего рода такой заповедник, потому что здесь размножается особый вид черепах. Да, и они выходят, плывут в море, в открытый свет и становятся блогерами. Как вы можете заметить, тут не так много людей. На самом деле здесь не так много отелей, и тут практически только местные. Возможно, не так много людей знают об этом месте, либо у них нет возможности приехать сюда. Также этот пляж известен тем, что там находится гора Химера и Олимпос, древний город Ликии. Химера – это единственная в мире гора, на склоне которой 365 дней в году горит естественный огонь. На небольшом участке из ее склона постоянно выходит природный газ. Это обычный метан с примесью вещества, которое загорается на воздухе. Там постоянно горит несколько десятков таких факелов. Вообще, Химера – это огнедышащее чудовище из греческой мифологии. И именно поэтому эта гора называется так. В интернете есть очень много легенд, связанных с этой горой. Можете поискать при желании. А на другой стороне пляжа Чералы находится древний город Олимпос. Это тоже город Древней Ликии. Об истории Олимпоса известно намного меньше, чем о других античных городах, расположенных на территории Турции. Предположительно, он был основан пиратами примерно в 3 веке до нашей эры, которым приглянулось укромное место в долине реки для хранения награбленного. Благодаря своему стратегическому положению город быстро рос и стал одним из самых больших в Ликии. Здесь даже чеканили свои монеты. Войти в этот город также можно по музейной карте. Если вы любитель старых заброшенных городов, то добро пожаловать в Олимпос. А вот здесь вот мы видим официальный план перехвата черепахами этого пляжа. Все это, знаете, они там собирались с генералами и вот нарисовали, типа вот этот отряд с этой стороны зайдет, этот с этой. Короче, шутка затянулась. На нашей дороге в Каш было еще несколько мест, которые мы хотели посетить. Но из-за того, что мы потратили уже достаточно много времени, а дорога в Каш нам предстояла еще не маленькая, мы решили, что надо ими пожертвовать. Мы хотели посетить Андрасан. Это небольшой городок в бухте, где можно вкусно поесть и поплавать. А еще руины Мира. Это город Древней Ликии, который когда-то был ее столицей. В нем вы можете посмотреть удивительные гробницы в скалах. А еще мы хотели посмотреть на остров Кикова. Это затонувший город на южном побережье Турции. Обязательно посетите эти места. Ну а мы направляемся в Каш, заселиться в отель, отдохнуть, чтобы с новыми силами встретить новый день нашего путешествия, в котором нас ждет Капутаж, Патара, Саклыкен, Долина Бабочек и Алюденис. А еще невероятная серпантинная дорога вдоль Ликийской тропы. Ребят, в общем, сколько сейчас времени, сейчас скажу, 10 часов ровно, 10 часов вечера. Мы доехали до Каша, заселились в отель прямо на берегу моря. Первая вообще линия вот эта, вот передовая, короче, вообще покажем вам номер, вы будете просто в восторге. Это бомба, бомба, ну сейчас не об этом. Это лучший отель, в котором останавливались. Лучший за свои деньги, за 180 лир просто. Покажем вам чуть-чуть позже. А сейчас мы вышли в течение 10 минут от нашего отеля. Тут какая-то крутая кафешка. Поужинаем. Да, несмотря на время, мы будем ужинать. Это сегодня наш день. А завтра покажем вам отель, покажем вам Каш. Мы здесь ни разу не были, но уже сквозь тьму видим, что это очень крутой город. Реально, очень красивые кадры. Завтра вам все покажем. Покажем вид с нашего отеля. К сожалению, сегодня не успели сделать все, что запланировали, но это нормально, потому что мы планировали максимум, успели сделать что-то среднее. Но надеемся, что этот ролик вам уже нравится. Ставьте лайк. Увидимся утром.
О, привет! Заходи, я проведу небольшую экскурсию по нашим хоромам. Итак, это наше зеркало. Вы же видели фотографии на букинге, это просто прекрасно. Я сейчас покажу, как это выглядит в реале. Наше зеркало, краска отменная. Говорят, что дерево даже еще не с 1970 года. Оно чуть-чуть попозже приобретено. Тумба. Прадед хозяина вот этого дома подарил ему на свадьбу. Прадед. Кровать. Целая, огромнейшая, полторашка кровать, прижатая к стене. Знаете, как удобно спать, когда шторы щекочут тебе вот здесь вот, но под носом. Вообще супер. Кондиционер, ну это просто чудо. И кондиционер всю ночь дул куда-то сюда. Вот не поверите, насколько сильно мы вспотели ночью. Но, понятно, тут должно быть холодно, да, когда кондиционер включен, но как-то не срослось. Целая огромная кровать для наших инструментов. Ну, хотя бы в этом угодили. Поворачиваемся. Кухня. О, как кухня. Не смешите. Ванна. Ну, ванна не простая, небольшая. Тут как бы нормально, хватит. Туалет, все как надо. Ну да, ни одного геля, ничего. Да, кстати, да, это же самое важное. У нас есть целых 4 полотенца, но ни одного геля. То есть, как в армии. И мыло, посмотри, сам. Натираться, да? Вот немножечко мыла дали нам. Не, ну, что вы хотели? Это 2000 рублей за ночь. Ну, что вы. Это же копейки тут вообще еще. Даже сервиса не должно было быть. Свет работает. В 4 веке до нашей эры на месте нынешнего города Каш был основан порт Антифелос. Он был частью античного города Фелос. Антифелос, что логично, означало «напротив Фелоса». В древности город был одним из важных торговых центров античной Ликии. Когда в 1923 году греческое население покинуло эти места, город получил свое современное название – Каш, что в переводе с турецкого означает «бровь», подобно которой он огибает дугой небольшую бухту. Мы не будем здесь долго задерживаться, но однозначно вернемся сюда еще раз и, возможно, снимем для вас интересный ролик про этот город. Пишите в комментариях, если вам это интересно. Каш – очень интересный, красивый город, в котором можно отлично провести время с семьей и отдохнуть. Следующее место в нашем топе – это очередные турецкие Мальдивы – пляж Капутаж. Пляж Капутаж – один из самых красивых пляжей Турции. Капутаж поражает своим бирюзовым цветом воды в море и желто-белым песком. Это совсем небольшой пляж, около 200 метров в длину и 30 метров в ширину. Что интересно, именно этот пляж обычно показывают в рекламных буклетах Турции. Люди приезжают сюда, а тут в основном все пляжи из гальки. Здесь, если стоять спиной к морю, справа есть несколько каменных выступов, на которых все фотографируются. И фотки получаются мега крутыми. Покажи, вот девушка. Девушка, видимо, специально ради этого приехала. Следом мы посетили еще один пляж – Патара. Патара – это одновременно и древний ликийский город, и название пляжа. Патара полностью песчаный и очень длинный. Таких пляжей очень мало в Турции, так как большинство пляжей в Турции усыпаны галькой. Вообще интересно так получается, что в этом видео мы посетили практически все города древней Ликии. То есть они раньше входили в эту территорию Ликии. Протяженность пляжа Патара 18 километров. Это очень редко для Турции, потому что это песчаный пляж. 18 километров песчаного пляжа. Очень редко. Ну, по крайней мере, здесь, на территории Анталии, не так часто встретишь такие места. Практически все пляжи, они такие каменистые. Если вы видите, то здесь до сих пор сохранились старые руины от этого города Патара. Чуть дальше мы вам покажем. Там они восстанавливают даже некоторые места, наверное, хотят сделать, опять же, какие-то туристические зоны. Но давайте меньше слов, пойдемте уже купаться. Пляж Патара растянулся на 18 километров, а его ширина местами достигает 1 километра.
Здесь практически всегда ветер и волны. При этом на пляже много отдыхающих с детьми. Песок просто нереально горячий, нереально. Невозможно на нем стоять, очень сильно нагрелся от солнца. Поэтому пришлось взять шезлонги, но мы так планировали. Каждый шезлонг по 10 лир и зонтик 10 лир, то есть по 100 рублей, грубо говоря. Само море нам напомнило Азовское море, потому что до глубины топать и топать. Но в этом есть своя прелесть. Это одно из немногих мест, где можно просто полежать на песке или шезлонге под зонтом и просто спать, что мы и сделали. Но совсем немного, потому что впереди было еще много интересного. Следующее место, которое вы обязательно должны посетить, это Соклыкент. Мы проехали мимо этого ущелья, так как были там год назад и уже наснимали для вас интересные кадры. Ущелье Соклыкент – это 18-километровое ущелье, по которому можно пройти пешком. Наше путешествие в Соклыкент начинается с парковки и с оплаты. Всего 8 лир стоит, то есть 88 рублей на данный курс войти в Соклыкент. С собой нужно обязательно взять что-нибудь непромокающее, шорты, шлепки, ну то есть кроссовки, в которых можно будет ходить по воде. Все тут говорят 100%, ребят, если вы придете в обычных кроссовках, они просто порвутся. Более того, такая протяженность делает этот каньон третьим в мире, среди таких монстров, как Вердон во Франции и Викос, тоже во Франции. Вход, разумеется, платный. И здесь можно провести целый день со своей семьей, так как развлечений, кафешек тут хватает. И даже есть небольшие отели, где можно переночевать. Разница перепада высот 600 метров, поэтому солнечные лучи даже в некоторых местах абсолютно не нагревают воду, и она остается холоднющей. Сейчас мы будем ходить прямо по воде, до сюда, выше, ниже. И в этом и прикол, то есть это прогулка в ущелье в холодной воде, но зато красиво. В прошлом году мы прошли несколько километров по воде, и это было потрясающее зрелище. Так как, находясь в самом ущелье, поднимая глаза наверх, ты осознаешь, насколько ты мал по сравнению со всеми природными силами. Едем дальше. Дорога в Валю-де-Нис пролегает через невероятно красивую серпантинную дорогу и долину бабочек. Тут, наверное, самое время сказать о нашей машине. Мы взяли на прокат Renault Clio 2016 года выпуска, и ее мощности только-только хватало, чтобы проехать эту сложную дорогу. Но она справилась. Сказать честно, это была невероятно красивая дорога. Мы несколько раз останавливались, чтобы сделать очень много красивых фотографий. Именно вдоль этой дороги проходит та самая Ликийская тропа, которая начиналась еще рядом с Кемером. И только представьте, смельчаки проходят это все пешком. Всего в 5 километрах от Алю-де-Низа скалы волшебным образом расступаются, образуя очень красивое ущелье, которое называется Долиной Бабочек. 30 лет назад это место было объявлено заповедником. Ученые говорят, что в этом месте в период размножения можно встретить десятки очень редких видов бабочек. Добраться туда можно только по морю, так гласят легенды. Но есть и смельчаки, которые проходят своим ходом сложную дорогу по отвесным скалам. Кстати, обязательно пишите в комментариях, какие из этих мест вам понравились больше всего. О долине бабочек нужно не рассказывать, это нужно показывать. Не будем скрывать, к моменту прибытия в Алю-де-Нис мы дико устали. В каких-то местах сгорели, но были очень довольны. Лицо немножечко сгорело. Чуть-чуть, да. Ты сейчас снимаешь? Мы сейчас приехали в Алю-де-Нис. Это именно сюда была такая вот крутая дорога. Но это стоило того. Мы решили, что сейчас здесь сделаем последний рывок, часик погуляем и поедем обратно в Анталию. Уже не поедем в Петхие. Я думаю, у нас еще будет возможность показать вам, что там. Ну а пока что покушаем, отдохнем и вот эту вот красноту немножечко помаринуем. Здесь в Алю-де-Низе нашли очень крутую кафешку. Точнее, даже искать не нужно было. Она стоит прямо на берегу моря, 10 метров над уровнем моря. Да, теперь мы это знаем, потому что мы следили за подъемом. Мы поднялись на 1118 метров над уровнем моря, как пока ехали сюда, и опустились резко на 10 метров
над уровнем моря. Поэтому голова немножечко раскалывается, но в целом это были крутые ощущения. На самом деле такое чувство, как будто бы этот Алё-Денис такой больше молодежный город. Пока мы здесь, ну, около часу, очень много молодежи, очень много... Я думаю, что если бы сейчас не было бы карантина, здесь была бы молодежь из разных стран, мне так кажется. Потому что тут есть и дайвинг, и можно на кораблях съездить к разным водопадам, можно съездить на долину бабочек, тут есть парапланы. В общем, реально такой спокойный, и в то же время есть и экстремальный отдых тут. Поэтому... Добро пожаловать в Алё-Денис, это наша последняя точка в нашем путешествии. Друзья, на этом наше видео заканчивается, к сожалению. Спасибо большое, что посмотрели это видео, что были с нами. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео, если вам понравилось оно. Напишите в комментариях, какое конкретное место вам понравилось больше всего. К сожалению, мы не успели посмотреть все, что планировали, но на самом деле сделали даже больше, чем думали. В плане, уехали дальше Каша, мы доехали до Фетхие, и мы просто в восторге от всех этих видов. От этой красоты. Что думаете вы? Пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Спасибо большое, что были с нами. С вами были понаехавшие на канале бывший холостяк. Пока.